Нападающие Ярославского Лока Николай Коваленко и Владислав Рыбаков посетили Адлерский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Для них это второй визит в центр. Коваленко и Рыбаков были тут год назад и подарили учреждению специальный тренажер. Год спустя они увидели свой подарок в действии. Воспитанники центра активно занимаются на нем. Хоккеисты дали ребятам несколько советов для правильных тренировок. Гости приехали не с пустыми руками, и в этот раз Николай Коваленко и Владислав Рыбаков, а также талисман клуба «Сочи» Лео вручили всем набор школьника, который будет полезен в новом учебном году. Впрочем, главный подарок преподнесла молодежная хоккейная лига. В центр привезли оборудование для обустройства сенсорно-динамического зала. Среди воспитанников Адлерского центра много спортсменов. Например, помощь здесь получила чемпионка Паралимпийских игр 2004 года, медалистка Паралимпиады 2008 Елена Паутова. Среди действующих воспитанников есть и хоккеист. Встреча завершилась конкурсами, в которых участвовали и воспитанники, и Лео, а хоккеисты провели небольшой мастер-класс и автограф-сессию.